Но сегодня это ваш день. Я от всей души поздравляю вас с завершением огромной работы, которая превратила вас из школьников действительно специалистов, врачей, взрослых, интеллигентных, умных, глубоких людей. Общение вас в течение 6 лет с умными преподавателями и своими сверстниками, одногруппниками сделали вас гораздо умнее и мудрее. Я очень хочу, чтобы у вас все сложилось в жизни благополучно, чтобы ваша мечта стать хорошим специалистом, а надо мечтать всегда стать лучшим специалистом, чтобы она сбылась. Я поздравляю вас. И приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека. Быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к больному. Хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту. Клянусь! Клянусь! Клянусь!